Грандиозные предначертания коммунистической партии об индустриализации нашей страны помогли Украине в короткий срок преодолеть свою вековую экономическую отсталость. Приведем некоторые цифры. Одного чугуна Украина выплавила 19 миллионов тонн. Треть всесоюзной добычи угля приходится на долю Украины. За годы советской власти продукция машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности возросла в 130 раз. Электростанции республики выработают в этом году 40 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Прежде мы знали только Бориславскую нефть. Теперь нефтяные вышки поднялись в Станиславской области, на Полтавщине, на Харьковщине. Криворожский бассейн, в его недрах крупнейшие в мире залежи железной руды. Донбасс. Еще недавно все это созданное упорным трудом человека, его светлым разумом, лежало в руинах. Об этом тяжело вспоминать, но мы все пережили. Люди, сильные духом, исполненные воли и решимости, опустились в затопленные шахты. Пришли в разрушенные цеха. Мы трудились, не покладая рук, не щадя своих сил. В этой суровой битве мы были не одни. Нам помогали друзья, трудящиеся всех братских республик.